Всем привет! Сегодня Михаил Ефремов записал видео, в котором обратился к семье погибшего в аварии с его участием Сергея Захарова. Актер попросил прощения у его родных, а также заявил, что не собирается отмазываться от ответственности. Михаил Ефремов в эфире заявил: «Уже 4 дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Вот и конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего, в сети предположили, что запись сделала и выложила в публичное пространство его дочь Анна-Мария во время посещения его квартиры. Ранее она подтвердила, что телефона у отца сейчас нет, он находится у жены или менеджера. В правоохранительных органах тоже считают, что артист не нарушал запрет на использование интернета и средств связи, поэтому оснований для ужесточения меры пресечения нет. Также Анна-Мария допустила, что отец окажется в колонии. В этом случае девушка собирается помогать своим братьям и сестрам, отказываться от родителя тоже не станет. Напомним, Михаил Ефремов в момент ДТП находился в состоянии опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза. Кроме того, в крови артиста обнаружили запрещенные препараты. Артиста задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Сейчас он сидит под домашним арестом. Свою вину Ефремов полностью признал и готов оказать помощь семье погибшего. Будем надеяться, что актер понесет заслуженное наказание. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!